Авторитетная площадка для демонстрации производственных достижений, центр обсуждения текущего состояния и перспектив развития отрасли, платформа для решения актуальных вопросов и встреч с партнерами лицом к лицу. За четверть века «Металл-Экспо» обрела огромную популярность. И несмотря на высокую конкуренцию компаний на рынке металлов, всегда и для всех проходит конструктивно в атмосфере дружбы и цеховой консолидации. Выставка дает возможность найти новых партнеров и новые рынки сбыта всем без исключения участникам. Вот, к примеру, рядом со стендом «Металл-Инвеста» расположились две компании-конкурента. Это металлургический завод «Тула-Сталь» и белорусский металлургический завод. Все производят прокат. Но посмотрите, у каждого стенда кипит работа, а значит, у каждой компании есть возможность на «Металл-Экспо» расширить границы своего сотрудничества. Экспозиции компаний-участниц разместились на площади в 27 тысяч квадратных метров. К слову, первая выставка была ровно в 50 раз меньше. На «Металл-Экспо-2019» собрались все ключевые игроки рынка. Выставку посетил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По информации Минпромторга, за последние годы металлурги страны добились впечатляющих результатов в реализации программ импортозамещения. Заметный вклад в развитие экономики России вносит и предприятие «Металл-Инвеста». Прекрасная компания, великолепно работает, действительно поставляет продукцию для многих наших компаний, которые делают в том числе и готовую продукцию, это прежде всего наши трубники. За рубежом предприятие хорошо известно, выполняет важные государственные задачи во многих регионах. За 4 дня работы крупнейшую выставку металлургов посетили более 28 тысяч специалистов. Ни на минуту не прекращалась работа у стенда «Металл-Инвеста». Это новые контакты, новые знакомства. Это встреча с нашими потребителями, с нашими поставщиками. КАМАЗ, ЕПК, АвтоВАЗ, Трубная металлургическая компания, ОМК, ЧТПЗ, Металлоторг, Стальмост. Вот далеко не полный перечень партнеров, с которыми пообщались специалисты «Металл-Инвеста». И все давали высокую оценку сотрудничеству с предприятиями компании.